Здравствуйте, дорогие друзья моего канала. Сегодня мы с Тимой покажем вам террарию с небольшим обновлением, но надо затем. Да. Итак, что тут добавили нового? Во-первых, в принципе, мало чего добавили. Для начала подарки, которые падают с мобов. С маленьким шансом. Дальше у нас идет. Открой инвентарь, пожалуйста, покажем. Дальше у нас идет особый предмет, который вот находится в нашем инвентаре. Для начала пойди в ледяной биом, пожалуйста. Мы уже дошли до пещеры, сейчас мы вам покажем перчатки здесь. Вот Тима скупался в холодной воде, вот там морожение появилось в левом углу. А теперь мы одеваем эти перчатки, и теперь опять не скупать. Смотрите, видите, обморожение не появляется, в принципе. Довольно полезный предмет. И еще, кстати, открой инвентарь. Нам еще выпало с подарков такие как предметы, как винтовка. После, когда мы это получаем, в принципе, к нам приходит продавец оружия. Дальше елка выпала, потом выпала карамельная кирка. Дальше у тебя еще был карамельный меч, который, в принципе, тебя продал уже. Дальше пудинги повыпадали. В принципе, тут уже больше ничего нету, что еще выпало. В принципе, тут еще выпадает бумеранг вот такой. В принципе, бумеранг еще выпадает. Новогодний. И вот эти конфетные блоки. Вот один тип. И сейчас мы домой вернемся. Секундочку. Okay. Итак, видите, вот зеленый тип, который, кстати, вам мы показали. В принципе, все, что тут есть на этом обновлении. Хотя... А, вот еще Гоголь Мола, вот. Который восстанавливает нам 80 хп. То есть, на начальных этапах это вообще полезная штука. Ну что ж, всем спасибо. А, да, еще, кстати, забыл сказать, в каких-то определенных дней, по-моему, 24-25 грудня, может прийти особый NPC. Который продает особый товар. И всем спасибо за просмотр, не забываем про лайки и про подписки.